ребята, здесь я могу ничего не говорить. Это объездная Владимира. Старая объездная. Должен только, в принципе, следить, чтобы не остаться без колес. Потому что яма, вот только что вот здесь была яма, ну, ближе к обочине, полметра глубиной. Такая, знаешь, в метр шириной и в полметра глубиной. Это вообще... Ну, в общем, я постановил обратный путь взять по платке как раз. Потому что здесь вот по темноте это ехать это невозможно. Просто будет невозможно. И потом, как показала практика, вообще, в принципе, если ты меня спросишь, вот какая дорога лучше, Москва, Ишкрова или Ишкрова, Москва, лучше Москва, Ишкрова. Здесь я бы хотел полностью вкушать. А вот Ишкрова, Москва, можно уже будет вылететь на платку. И это во всех отношениях святые места. Это места Клязьма сейчас вот пойдет, рельефы около Владимира. Здесь я вам могу рассказать, что в священный 20-й год я здесь ехал с пленочным диктофоном, который мне был куплен еще, по-моему, осенью 2000 года, когда мы жили на съемной квартире на метро Щукинская. Да-да-да, противно произносить даже в таких местах. Вот она, Клязьма. Вот моя коробка свободы. И записывал на него мысли, всякие мысли. Я пытался еще, как, хотел еще писательствовать. Я тогда еще просто не разнюхал ситуацию, что надо мне было тогда уже вести YouTube-канал. Но я не люблю народные пословицы. Народную мудрость я к ней отношусь откровенно враждебно. Но лучше, чем позже, поздно, лучше поздно, чем никогда. Это, ребят, в принципе, и правильно сказано. И, в принципе, это про меня. Заскакивать в последний вагон. Я думаю, не только про меня. Это вообще стандартная ситуация в нашей матрице, в нашей вот этой ткани бытия. Все, в принципе, так устроено. Тут такие механизмы в нашей жизни, что чаще всего, если ты что-то все-таки в жизни сделал, то чаще всего это именно заскок в последний вагон. А других возможностей нет. Понимаешь? Вот это рассуждение сейчас задним числом, а если бы я сделал в 20-м году по-другому и так далее, да? А если бы я вообще, как умная девочка, а это безусловно умная девочка, Саша Спилберг, если бы я вообще YouTube-канал бы завел, когда YouTube появился, если бы да кабы, друзья мои, если бы да кабы. Завел я его глубокой осенью, я бы даже сказал, глубокой зимой 22-го года. Это был конец декабря 22-го года. И отныне держусь курсом.